Добрый день, меня зовут Ицхак Петусевич, я почетный профессор бизнес-школы «Синергия». Я хочу обратиться ко всем мужьям, отцам, братьям. Если у вас есть женщины, на которых вы влияете, которые для вас дороги, обязательно настаивайте, сделайте так, чтобы раз в году они пошли и обследовались у врача-мамолога. Врач-мамолог – это врач, который помогает на ранней стадии диагностировать, не дай бог, чтобы не было ни у кого никаких болезней. И женщины боятся это сделать. Возьмите их, пойдите, организуйте им эту проверку. Это очень-очень важно. Излечение к человеку приходит через врачей. Бог помогает, а врач, он является инструментом. Муж, отец, брат, на нас лежит ответственность за всех женщин, за которых мы любим. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Раз в году обследование обязательно. На ранней стадии это легко вылечивается. На поздней стадии ничего нельзя сделать. Действуй, я знаю, ты можешь.